такого за все время не припомню, чтобы такая теплая вода была с 60-х годов. Такой воды не было, мне кажется. Ветер устойчивый, северо-восточный, ну, больше к восточному склоняется. И всю поверхностную нагретую солнцем воду, наверное, от берегов там северо-западной части Латвии, Эстонии, из-за Риги, из-за Саукраты сюда пригнала. И поэтому здесь у берега теплая вода. Это Майери. Вот там курортная поликлиника. Двухэтажное светленькое здание. А это с башенкой 1909 года курортные старинные здания. И рядом построен Балтик Бич отель. Вот такой здесь вид. А там вот разруха. Бывший санаторий военный. Дважды краснознаменного Балтийского флота ДКБФ. Вот там и пожар был. А между прочим, вот там корпус средний. А между прочим, здесь в бассейн к нему был сделан забор морской воды. Он, да, с довольно большого расстояния от берега. Я в этом бассейне куда-то купался, регулярно ходил. Ну, когда недалеко здесь работал. 15 минут песочком пройтись. Там купались зимой в бассейне. Сейчас волны большие. Скоро по грудь будет. День сладкий, солнечный, чудесный. Вот сейчас на западе там со стороны Каугури дымка какая-то находит. Туда нам ехать еще километров 15. Вот так уже. Так. Ну, зимой будет на что посмотреть и что вспомнить. Надо немножко зафиксировать самому себе. Опа! Вот так вот.